Алиска и пакетик. Не хочешь туда залезти? Или он маленький? И ты не осилишь залезти? Пока лежал на столе, она его шарахала. Алиске добрый зритель прислал вот это вот. Но Алиска жрать не захотела. Я даже сымитировала, что я... Вау. Что я как бы типа тоже ем. А обычно, когда что-то такое ешь, а ей даешь, она не жрет. А когда сама ешь, она тут же это... Ну чего, вот я тебе давала, жрать не стала. Она так понюхала, посмотрела на меня, понюхала, потом зачекала ногой, как вот если... Ну, когда они показывают, что не есть это, не хотят, что это несъедобное. Я ей, значит, дала штучку попробовать, она никак. Делаю вид, что я тоже ем, она мяк, даю ей эту штучку, она опять ее никак. Думаю, потом вынесу этой кошке уличной. Алиска. Еще Алиске досталось, ну ты-то уже, наверное, видел это, зритель, потому что вот после того, как я вот это выложу, 4 шарика, 2 уже досталось. Она тут любит же все эти деревяшечки, ой, в смысле, фигнюшки, я сняла отсюда эти две колючие фигни, которые прицепляли сейчас, крепочки, а то поранится уже. Думаю, сейчас она эту бумажечку заиграет, пока я снимала ее, интерес пропал. Коська, Коська! Я могла бы на штативе это снять, но я побоялась, пока я штатив буду опускать, она уже залезет в этот пакетик, и вот уже никак. В общем, ладно, зритель, чисто тебе кошечки, привет, пока.